Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Туба Бюйкустюн не могла сдержать слез. Это из-за Энгина Акюрика. Известный дуэт Туба Бюйкустюн и Энгин Акюрик, у которого много поклонников в Турции, часто фигурирует в повестке дня из-за их глубоких отношений. Турецкие зрители с нетерпением ждут укрепления отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акюриком. А пока на повестку дня, особенно в социальных сетях, стал неординарный момент, который пара недавно представила публике. Встреча этих двоих была слишком впечатляющей, чтобы Туба сдержала слезы. Туба Бюйкустюн и Энгин Акюрик на протяжении многих лет выделялись как один из самых важных примеров интереса, близости и связи между ними. На протяжении всей своей карьеры их отношения включали в себя выражение различий с точки зрения взаимного уважения, совместной работы и понимания друг друга. Так что же скрывается за этими слезами? Является ли Энгин Акюрик причиной душераздирающего момента Тубы в сегодняшней интернет-среде? Официально подтвержденных отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акюриком нет. С другой стороны, тот факт, что двое вместе работают, ходят в парикмахерскую и вместе веселятся, заставляет зрителей поверить в любовь, которая их объединяет. Самыми обсуждаемыми, совершенно особенными отношениями Туба Бюйкустюн и Энгина Акюрика в 2017 году были слухи о том, что пара попала в особую ситуацию. Эти слухи, которые якобы разорвали связи дуэта с идеей, возникшей из-за желания собраться вместе и поделиться своим опытом работы, сумели разбить сердце их поклонников Туба Бюйкустюн и Энгина Акюрика. Настоящими отношениями, скрывавшимися за слезами, были настоящие нейтральные чувства в глазах Тубы. Второй вариант – отношения с любимым человеком. Неудивительно, что эмоциональная связь между Тубой и Энгином может быть очень сильной даже без необходимости отношений. Мы знаем, что накал отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акюриком даже больше, чем реальное событие в мире кино. Очень отрадно, что вокруг тепло и мирно, не поддаются душераздирающим слухам. У каждого свое мнение о настроении этих двоих в Турции. Правда в том, что слезы Тубы Бюйкустюн на лице Энгина Акюрика удивили всех и обратили внимание на большую любовь между людьми. Чтобы не портить близость двух звезд, необходимо прокомментировать становление настоящих отношений. Но кажется, это поддерживает все, кто видит любовь между ними. В этом случае крайне сложно найти ответ на вопрос об отношениях между ними, потому что только Туба Бюйкустюн и Энгин Акюрик будут знать достаточно хорошо, чтобы знать, что между ними есть связь. Кажется, что какими бы ни были особые отношения между ними двумя, Туба Бюйкустюн была настолько впечатлена, что не смогла сдержать слез. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Туба Бюйкустюн не могла сдержать слез. Это из-за Энгина Акюрика. Известный дуэт Туба Бюйкустюн и Энгин Акюрик, у которого много поклонников в Турции, часто фигурирует в повестке дня из-за их глубоких отношений. Турецкие зрители с нетерпением ждут укрепления отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акюриком. А пока на повестку дня, особенно в социальных сетях, стал неординарный момент, который пара недавно представила публике. Встреча этих двоих была слишком впечатляющей, чтобы Туба сдержала слезы. Туба Бюйкустюн и Энгин Акюрик на протяжении многих лет выделялись как один из самых важных примеров интереса, близости и связи между ними.
На протяжении всей своей карьеры их отношения включали в себя выражение различий с точки зрения взаимного уважения, совместной работы и понимания друг друга. Так что же скрывается за этими слезами? Является ли ангина акурик причиной душераздирающего момента тубы в сегодняшней интернет-среде? Официально подтвержденных отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акуреком нет. С другой стороны, тот факт, что двое вместе работают, ходят в парикмахерскую и вместе веселятся, заставляет зрителей поверить в любовь, которая их объединяет. Самыми обсуждаемыми, совершенно особенными отношениями Тубы Бюйкустюн и Энгина Акурека в 2017 году были слухи о том, что пара попала в особую ситуацию. Эти слухи, которые якобы разорвали связи дуэта с идеей, возникшей из-за желания собраться вместе и поделиться своим опытом работы, сумели разбить сердце их поклонников Тубы Бюйкустюн и Энгина Акурека. Настоящими отношениями, скрывавшимися за слезами, были настоящие нейтральные чувства в глазах Тубы. Второй вариант – отношения с любимым человеком. Неудивительно, что эмоциональная связь между Тубой и Энгином может быть очень сильной даже без необходимости отношений. Мы знаем, что накал отношений между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акуреком даже больше, чем реальное событие в мире кино. Очень отрадно, что вокруг тепло и мирно, не поддаются душераздирающим слухам. У каждого свое мнение о настроении этих двоих в Турции. Правда в том, что слезы Тубы Бюйкустюн на лице Энгина Акурека удивили всех и обратили внимание на большую любовь между людьми. Чтобы не портить близость двух звезд, необходимо прокомментировать становление настоящих отношений. Но кажется, это поддерживает все, кто видит любовь между ними. В этом случае крайне сложно найти ответ на вопрос об отношениях между ними, потому что только Туба Бюйкустюн и Энгин Акурек будут знать достаточно хорошо, чтобы знать, что между ними есть связь. Кажется, что какими бы ни были особые отношения между ними двумя, Туба Бюйкустюн была настолько впечатлена, что не смогла сдержать слез. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.